Привет, Страж! Добро пожаловать на канал Triple Vibe. Меня зовут Джонни Лейни, а это новое видео о Destiny 2 «Военный разум», в котором я вместе с вами продолжу следовать долгому квесту от Анны Брей, который со вчерашним ресетом получил 3-й этап из 5. Итак, на прошлой неделе мы уже получили легендарную версию винтовки Брей. Как это сделать, смотрите вот в этом видео. В этот раз вас также зовет к себе Анна и выдает новое задание под номером 3 из 5. Первым этапом станет прохождение 10 уровней эскалационного протокола. Для того, чтобы выполнить это задание, достаточно будет проходить первую волну. То есть запускаем протокол на любой из локаций, проходим уровень, убиваем первого босса и в случае, если дальше пройти не получается, запускаем протокол снова и так 10 раз. Может показаться долгим этапом, однако если собрать команду из хотя бы 6 стражей, все будет довольно просто, а главное, такой фарм быстрее, чем прохождение нескольких уровней с большей сложностью. Следующий шаг – завершить 3 налета авангард. Можно обычных, не обязательно героических, насчет сумрачного налета не уверен, засчитывается ли он. После этого ресурс снова обновится и предложит найти очередную частоту. Найти ее можно в самой начальной локации Марса, где именно показываю на видео. Ну а дальше загружаем полученные данные в 3-й терминал в комнате с Анной и подходим к ней за наградой – абсолют версии легендарной скаутки технологии будущего. Вот и все, очередной этап квеста позади, а мы еще на шаг ближе к получению нового экзотика в нашу коллекцию. Осталось еще 2 ресета. Спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк под видео, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. До связи!